Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем прямую трансляцию из США. Город Инглвуд, штат Калифорния. Для вас работает Алексей Уралец, телеканал Бокс ТВ. Главное событие сегодняшнего вечера, да, конечно же. Вот он, Бернард Хопкинс против Джо Смита-младшего. Бернард Хопкинс, вечно молодой. Американский бывший чемпион мира, абсолютный причем чемпион мира в среднем весе и бывший владелец титула WBC в полутяжелом весе. Вот он на ваших экранах, пожалуйста. Ну а сейчас прямо у нас поединок Джозефа Диаса против Орасио Гарсии. Это первый из трех боев, который мы сегодня увидим. Такая серьезная проверка для Джозефа Диаса, кстати говоря. Боец, представляющий полулегкий вес. Весовая категория до 57 килограммов, 200 граммов. Джозеф Диас, 24 года. 0 поражений, 0 ничьих, 22 победы, 13 из них нокаутом. 168 сантиметров рост этого бойца. У Джозефа Диаса была прекрасная любительская карьера. На ваших экранах Виталий Кличко. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе. Человек, ну, в принципе, которого представлять даже, наверное, и не стоит. Соперник Джозефа Диаса — Орасио Гарсия, боец из Мексики. 26 лет. Но сначала у нас поединок Александра Усика и Табиса Мчуну. Бой в первом тяжелом весе за звание чемпиона мира по версии WBO. Первая защита титула для Александра Усика. Оскар де ла Хойя на ваших экранах, промоутер этого вечера бокса, легендарный боксер в прошлом и успешный промоутер в настоящем. Александр Усик на ваших экранах. Его соперник Табиса Мчуну. Первый тяжелый вес Cruiserweight. Весовая категория до 90 килограммов, 700 граммов. И, напомню еще раз, первая защита титула для Александра Усика. Первая защита и первая защита на американском телевидении. Первая защита в Америке. Александр Усик. Очень высокий боец. 1,90 м. 29 лет. Замечательная карьера в любителях, но мы слушаем Джо Мартинеса. Ladies and gentlemen, a very good evening and welcome to an exciting night of World Championship Boxing live worldwide on HBO.
And here we go, Fight Fans, with our first bout of the evening, 12 rounds. This scheduled for the WBO Cruiserweight Championship of the World. This bout is presented by K2 Promotions and Main Events. Sponsored by Tecate, Born Bold, and Casa Mexico Tequila. It's in the taste. Your three judges scoring this bout at ringside, Kermit Bayless, Jonathan Davis, and Levi Martinez. When the bell rings, your referee in charge of the action, Hall of Famer Dr. Lou Moran. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Wearing white, trimmed in red and black, he weighed officially 198.5 pounds. In 19 professional bouts, his record stands at 17 victories, 2 defeats, 11 wins coming by way of knockout. Here is a challenger from KwaZulu-Natal, South Africa, Tabiso The Rock Echuno! And next is opponent across the ring, fighting out of the red corner. Wearing black trunks, he weighed in 199.5 pounds. In 10 professional bouts, he stands perfect with 10 victories, no defeats, 9 wins coming by way of knockout. In 2012, he captured Olympic gold for Ukraine. He fights out of and Ribsy represents Simferopol, Ukraine. Here is the undefeated, reigning, defending WBO Cruiserweight Champion of the World, Oleksandr. Structure in the dressing room, let's have a good clean fight. Turn to your corner and wait the bell. Good luck. Ну что же, бойцы представлены. Готовы. Публика готова. Итак, Александр Усик против Табиса Мчуну. Первая защита титула для Александра. Вы слышите группу поддержки Александра. Она очень звучная. И первый бой в Америке для украинского боксера. Причем соперник у Александра очень серьезный. Итак, первый раунд. Красно-белые трусы претендент Табиса Мчуну. Боец из Южноафриканской республики. Соответственно, выше ростом. Черно-белые трусы. Александр Усик. Пляшет Александр Усик вокруг соперника, присматривается. Табиса Мчуну боец искушенный, боксер очень опытный, с ударом, техничный, скажем так, видевший в ринге всяких ребят. Боксер, которому не нужно объяснять, как действовать против высокого оппонента. Вот, пожалуйста, двойка. А то Мчуну точно. Усик отвечает джебом. А выискивает удобную для себя дистанцию украинский боксер. При этом видно, что Александр очень внимателен в защите. Вот сейчас хорошо передней рукой, правой, в данном случае Усик левша, если вы заметили, работает Александр. И его передняя нога за передней ногой соперника.
как такой классический хороший левша действует сейчас Александр Усик. Вот опять включил джеб украинец. И пока что удары Табиса Мчуну больше по площадям. У нас такая дуэль джебов на дистанции. Так скажем, пока такие шахматы в ринге. Не рискует Александр Усик пока. И, в принципе, правильно делает, потому что Табиса Мчуну раз за разом выстреливает навстречу крюком. И здесь очень-очень важный момент, чтобы не пропустить этот удар. Ну вот сейчас были наставления в углу Александра Усика. Расслабься, продолжай работать джебом, дыши. Для Саши очень важный поединок в плане именно продолжения карьеры в США, показать себя американской публике. И соперник очень серьезный. Табиса Мчуну, боец, который не особо известен в США, но очень-очень, повторюсь еще раз, опытный и искушенный боец. 17 побед, 11 нокаутов. Табиса Мчуну боксер с ударом. 2 поражения всего лишь. Для Мчуну это далеко не первый поединок в США. У Табиса дебют состоялся в 2013 году. И, кстати говоря, он побеждал таких ребят, как Эдди Чемберс, Алан Риваджи Дурадола. Да, тот самый Дурадола, который досрочно побеждал Дмитрия Кудряшова. Так что опыта южноафриканцу не занимать. Ну, у нас картина пока что не сильно изменилась. Продолжает действовать от джеба Александр Усик. Так скажем, растыкивает своего соперника. И по-прежнему держит руки высоко. Это абсолютно верное решение. Пожалуйста. Заканчивается раунд и взрывается в концовке. Взрывается Мчуну, но на месте руки у Александра Усика.
Boxing knife. Keep it going. He jabbed. You're better boxer than this guy. Let him get frustrated. He's got everything to prove. You be smart. You're better than this guy. Better boxer. Keep concentrating. That's it. You be smart. Beautiful. I'll be 10 seconds out. Let's go. Nice. Seven, boy. Так, у нас третий раунд, дорогие друзья. Александр Усик против Табиса Мчуну. Бой за звание чемпиона мира по версии WBO. В первом тяжелом весе, весовая категория до 90 килограммов 700 граммов. А выше ростом, светлее кожей. Чемпион Александр Усик. У Саши первая защита титула, его соперник. Очень искушенный боксер из Южноафриканской Республики. Табиса Мчуну. Уперся в ринге Мчуну. Пытается работать первым номером. Но пока что его удары идут больше в защиту, по площадям. Усик очень внимателен. Практически первый клинч в поединке. Бой очень даже чистый. Ну вот публика начинает освистывать бойцов. Хочется людям в Инглвуде действия. Ну вот, пожалуйста, Мчуну, но пока все в защите. В основном у южноафриканца. Усик не рискует. Вот. Удары в голову. Крюки справа от Усика. Мы с вами видели. Вот здесь встречает Александр соперника. Но мы видим, что Мчуну тоже держит руки высоко. И вовремя возвращает удары и перчатки. Заканчивается третий раунд в этом поединке. Итак, у нас четвертый раунд. Александр Усик против Табиса Мчуну. Первый тяжелый вес. Весовая категория до 90 килограммов 700 граммов. Работает на джебе. В основном начинает все атаки именно с передней руки
Александр Усик. Он левша. Мчуну, кстати говоря, тоже левша. Поэтому у нас тут тактическое пока что в основном противостояние двух левшей. Хороший темп. Вот сейчас хорошо закрутил Александр Усик. Пара боковых у него прошли. Мчуну, напомню еще раз, два поражения в карьере, причем оба поражения досрочных. Но на 17 побед у южноафриканца 11 побед нокаутом. Вот, сейчас ловит Усик соперника. Там опасно прошел крюк у Мчуны. Достал Табиса Александра. Но Усик показал, что есть у него челюсть. Умеет он держать удар. Вот сейчас хорошо попадает в корпус и затем в голову Александр. В принципе, соперник позволяет ему готовить атаки. Есть время у Александра. Вот сейчас заканчивает атаку левым боковым Усик. Ну, немножко с ударом проваливается и, в принципе, может здесь Табиса Мчуну соперника ловить. 10 секунд. Заканчивается раунд. Итак, пятый раунд. Александр Усик против Табиса Мчуну. Первая защита титула чемпиона мира по версии WBO. В первом тяжелом весе для Александра Усика. И непростой соперник. Напомню еще раз, Табиса Мчун представляет Южноафриканскую республику. 17 побед. Лишь 2 поражения у Мчуну. Бойцу 28 лет. И Александр Усик. 10 побед, 9 нокаутом, 0 поражений, 0 ничьих. Рост 1,90 м. Это украинский чемпион. Вот сейчас пошел вперед Саша. Напомню, в ринге двое левшей, и Мчуну, и Усик работают в правосторонней стойке как раз таки. Ну и есть такой стереотип в профессиональном боксе, что бой двух левшей, как правило, это такая шахматная игра.
достаточно прагматичная. Ну, если, конечно, они не мексиканцы. Но вот у нас как раз-таки украинец против южноафриканца. Вот сейчас осмелел Мчуно. Мы видим, раз за разом он старается работать по корпусу. И отвечает Усик многоударной комбинации. Но ощущение такое, что Табиса все удары Александра видит. И что касается калибра, то вполне спокойно переносит. Ну, по крайней мере, визуальное ощущение такое. Вот работает передней рукой Саша. Там хорошо удалось ему попасть в итоге справа. И затем добавить слева. Но тут же по корпусу отвечает Табиса Мчуно. Вот взрывается Саша боковыми. Заканчивается у нас пятый раунд. И решил доработать концовку Александр Усик. Раунд позади. Now he's ready. Now start turning the uppercuts. Off the double jab. Off the double jab. Uppercut with the same right hand. Ну, а вот теперь он готов. Сдваивает джеб и добавляй апперкоты с правой руки. Советы тренера в углу Александра Усика. Ну что ж, у нас шестой раунд сейчас начнется. И давайте посмотрим, как воспользуется рекомендациями в своем углу Александр Усик. Напомню, он выше ростом, светлее кожей, черно-белые трусы. Вот сейчас хорошо начал этот раунд Александр. Так прямо несколько раз приложился Саша по сопернику. Первая защита титула для Александра Усика. Первый тяжелый вес. И на кону пояс чемпиона мира по версии WBO. Пояс принадлежит Александру Усику. Мчуно отступать не собирается. Уперся Табиса в центре ринга. И Мчуно идет вперед, но Усик внимателен в защите и практически не пропускает. Но вот сейчас проходит правый крюк у Табиса Мчуно. И тут же отвечает Усик многоударной комбинации. Вот ощущение такое, что слегка болтанул соперника. Вот тут же у него проходит правый крюк по корпусу. Опа! Вот здесь, да, есть время у Усика. Фиксирует рефери, что не было нокдауна. Поскользнулся, но Саша прекрасно понимает, что он зацепил соперника. И нужно работать. Вот сейчас, да. Ну вот сейчас нокдаун, друзья. Полноценный нокдаун. И рефери поединка считает Табиса Мчуно. Есть еще время у Саши.
жестко начинает вкладываться в удар Александр Усик. Мы видим, он закручивает соперника. Прекрасно работает на ногах. Очень зрячен. 10-8. Однозначно раунд уходит Александру Усику. Но мы видим, что Табис Амчуну восстановился и пытается отыграть концовку. Но южноафриканец рискует пропустить снова. Посмотрим, какие коррективы внесет лагерь Табиса Амчуну. И что скажут в тренерском штабе Александру Усику. Foot pressure, jump right back on him and stay to the body, but give angles when you punch. Don't stay in front of him. Итак, у нас 7-й раунд в этом противостоянии. Александр Усик против Табиса Амчуну. В 6-м раунде южноафриканский претендент побывал в нокдауне. Черно-белые трусы и выше ростом, и светлее кожи – это Александр Усик. Вот сейчас пропускает, кстати, слева Саша на средней дистанции. И его соперник – красно-белые трусы, красные перчатки Табис Амчуну. Южноафриканский претендент. Напомню, на кону звание чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO. Саша выше ростом, у него длиннее руки. Но Табис Амчуну боец очень-очень искушенный. Боец с ударом. Вы слышите группу поддержки Александра Усика. Вот здесь на ногах хорошо поработал Саша. Старается Александр не застаиваться перед соперником после своих атак. Вот мы видим, да, как он закручивает. Пробил, даже если по площадям, тут же ушел с линии огня. Очень важный момент для Александра Усика. Но нужно быть внимательным. Тут двойкой точно Амчуну огрызнулся. Вы слышите угловых и группу поддержки Александра Усика. Не стоять. И почаще нужно Саше смещать акцент атак в корпус, на мой субъективный взгляд. И да, дать сопернику промахнуться и тут же подхватить этот промах, ответить. Это был бы идеальный вариант для Саши. Да, и добавлять здесь апперкот. Начинать, да, с передней руки, в данном случае с правой для Саши, он левша. Напомню еще раз. И вот сейчас перевести на корпус. Вот Табис Амчуну не обескуражен. Мы видим, да, что он восстановился после нокдауна в 6-м раунде. И по-прежнему опасен южноафриканский боксер. Calling a border shot. If he hits him on the numbers,
Ref, I'm more concerned. Watch out for the forearm. Yeah. I'm no punching ball. No, 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 you could. Okay, thanks. Yeah. Body punches, take it to him now, he's done. His booty's based on you. Or something from him. Take something to him, boy. Come. Take something. Ну вот в углу Таби Самчуна уже легкая паника. Тренер просто говорит своему подопечному: сделай что-нибудь. И, соответственно, относительное спокойствие в углу Александра Усика. Саша неплохо работает на ногах, мы видим. Постоянно смещается. Не забывает про работу с передней руки. В его случае... Опа! Но здесь больше по площадям. И вот мы видим, опасно так. Чиркнул в ответ Таби Самчуну. Но Саша удар видел и ушел. Избежал опасности. Вот, еще один опасный удар от Таби Самчуну. И отвечает серией Александр Усик. Ну, вот здесь застаиваться не стоит перед южноафриканцем. Табиса обладает жестким ударом. Напомню еще раз, на 17 побед, 11 побед у Мчуну досрочных, поэтому Усику здесь, что называется, кидать понты не стоит. Нужно быть очень-очень внимательным. И вот, кстати, начал читать эти серии Усика Таби Самчуну. Принимает южноафриканец удар на защиту и ждет момента, чтобы огрызнуться жестким крюком слева. Вот сейчас убрал голову Мчуну. Так, приучил его Усик уже к этим сериям по площадям. И вот, смотрите, отвечает Табиса. У нас заканчивается 8-й раунд. Ну вот тут уже и Таби Самчуну на средней дальней дистанции играет с Александром. Убирает голову от передней руки соперника. Итак, раунд позади. This one's very beatable, let me tell you. Tabs. Tabs. If you tell me the reach, don't follow him, cut the reins out, walk through him with the guard up, walk him and punch. He's dead, he's just trying to survive now. Body shots, start to the body, then finish on top. You got me, Sasha? Yeah. Начиная с ударов по корпусу и заканчивая ими же, твой соперник практически мертв. Вот такие наставления в углу Александра Усика. И паника в углу Таби Самчуну, к сожалению, для Табиса не ослабевает. К тому же просто просьба, сделай что-нибудь. Вот так вот. Напомню для тех, кто, возможно, только что к нам присоединился. У нас прямая трансляция на телеканале Бокс ТВ из Инглвуда, штат Калифорния, США. Таби Самчуну против Александра Усика. Бой в первом тяжелом весе.
на кону пояс чемпиона мира по версии WBO. Первая защита для Александра Усика. Он выше ростом, светлее кожей. В черно-белых трусах Александр. Ну вот и видно, что начинает вкладываться в удары Табиса Мчуну. Вот здесь попадает слева Александр Усик. Есть у него шансы. В шестом раунде, напомню, побывал в нокдауне Табиса Мчуну. Опа! И второй нокдаун. И очень еще много времени у Саши. У Александра Усика для того, чтобы укрепить свое преимущество и попытаться закончить поединок досрочно. Момент истины. Но опасен Мчуну. Опасно он машет, эти боковые удары выбрасывает. И Саше нужно работать очень зряче. Очень зряче, очень выверенно. Не подставляться под эти удары. Вот здесь бы не помешал уперкот. Опа, но боковые решают. Да, все, все. Александр Усик отстоял звание чемпиона мира по версии WBO. Первая защита. Проба пера на американском ринге для Александра оказалась успешной. Мы видим, проявляет джентльменское поведение, настоящее спортивное боксерское поведение Саша. Справляется со здоровьем соперника. Ну что ж. Весьма удачный дебют для Саши, для Александра Усика. Пришел в себя Табиса Мчуну, но, как мы с вами видели, он не спорил с рефери. И мы ждем официального объявления победителя. Итак, Джо Мартинес объявляет победителя. Александр Усик, национальный флаг Украины на плечах Александра. Мы видели его менеджера Эгиса Климаса. Александр Красюк здесь же. И пояс чемпиона WBO остается у Александра Усика. Дорогие друзья, это прямая трансляция на телеканале Бокс ТВ. Нас ждет дальше поединок Джозефа Диаса против Орасио Гарсии. И затем, конечно же, главные события турнира. Бернард Хопкинс против Джозефа Смита. Оставайтесь на телеканале Бокс ТВ. Никуда не уходите. Очень скоро вновь страсти будут кипеть в ринге.
Undefeated, top contender WBC, Eric Walker is in the house.